из криминальной хроники. Как нам сообщили из республиканской прокуратуры, вчера вечером около 19 часов в здании этого ведомства прогремел пистолетный выстрел. Поднявшись на второй этаж, охранник обнаружил в кабинете заместителя прокурора Градовского труп его жены с огнестрельной раной головы. На месте происшествия найден табельный пистолет. Градовский задержан по подозрению в совершении данного преступления по статье 122. Прокурор Республики Богданов срочно выехал из Санкт-Петербурга, где он находился в служебной командировке, для уточнения ситуации на месте. Следственная группа отрабатывает различные версии случившегося.